Привет, друзья, с вами Мила. Всегда говорят, что новое – это хорошо забытое старое. Ну так вот, венки теперь снова обретают популярность, особенно из ярких, сочных цветов. И я посмотрела в дорогих магазинах просто чудеснейшие венки. Собрала все, что я нашла у себя дома, вот такую яркость, сочность, и буду делать смешанный венок. У меня есть старый. Вот такой вот из дикой виноградной лозы. Его плетут сами. Говорят, это несложно. Я ни разу не плела, но у меня вот такой он сохранился. Я не знаю, сколько ему лет, уже много. И так я на него буду приклеивать мои цветочки. Сейчас кто-то скажет, венками никого не удивишь. Возможно, но я хочу поделиться с вами радостью. Сделать для себя и порадовать вас. Кому интересно, оставайтесь со мной, и мы начинаем. А то мой помощник-пистолет уже заждался. Кстати, его пора почистить. Я уже рассказывала, как его чистят. Нагревают и все это, да, убирают. Итак, начну с крупных цветочков. Они у меня, интересно, так состоят. Посмотрите, я хотела снять вот эту головку, но она у меня вытаскивается. Так, вытаскиваю, и я буду откусывать, потому что... Проволока столистая хорошая, она пригодится, возможно, для других тоже поделок. Итак, можно, конечно, как-то вставить ее туда, но я буду приклеивать венок, мне надолго понадобится. Итак, бокорезами откусываем проволоку, берем цветочек. И я промазывать не только буду вот этот кончик, а все вокруг, даже вот эти вот чашелистики, да, чтобы крепко держалось все. Приклеивать буду сначала немножко с наклоном в внешнюю сторону. Затем я буду обклеивать и во внутреннюю сторону. Большие цветы во внешнюю, маленькие во внутреннюю. Буду так чередовать. Так как огромных цветков у меня всего 4, я решила их, ну, немножко сделать вот в нижней части, распределить. В верхней части я приклею более светлый пион и рядом вот такую розу. У меня получается вот так. По краям я еще приклеила небольшие такие пионы розовенькие. Конечно, он у меня не сильно симметричный получается, но это красиво. Так, приклеиваю вот сюда вот что-то беленькое. Ну, палочка очень длинная, поэтому нужно мне ее срезать. Промазываю сразу 3 цветочка вот здесь. Таким вот образом, кто делает со мной, осторожно, не обожгите руки. И также заливаю немножко вот здесь на венке, чтобы это все приклеилось хорошенько. Цветочки немного свисают. И здесь я помещу вот такую вот веточку. Нет, даже не такую, а вот такую вот зелененькую с таким розовым. Я думаю, что сюда как раз очень хорошо вписывается она. Вклеиваю уже по прямой. Так. Это еще не окончательный результат. Здесь еще будут листочки. Да, зеленые листочки. Вот такие веточки я распределю между цветами, скорее всего, сверху там. Я их клеила вот здесь с обеих сторон, этих вот пиона с розочкой. И получается уже большой яркий букет, то есть венок. Далее вот сюда, вот в пустые места, я буду вклеивать более зелененькие веточки. Даже не веточки, а цветочки. Зеленая с такой фуксией. Камера не передает, потому что у меня красный на камеру. На самом деле это фуксия. Очень хорошо смотрится. Венок уже хорошеет на глазах. Вот здесь по бокам я вклеиваю белые цветы. Да, и они у меня будут смотреть теперь в эту сторону. Вот так. Чтобы не повредить вот эти лепесточки, я поднимаю всегда цветок и вклеиваю туда. Расправляю. Получается уже вот так. Хотя у меня венок получается такой вот фуксийно-красный, да, больше. Но я добавляю сюда лаванду. Обязательно подходят небольшие такие веточки лаванды между вот цветами яркими, да, и зеленью. Поэтому лаванду обязательно я сюда вставляю. Немножко, чтобы она торчала. Посмотрите, как она оттеняет сразу, да. Если я еще поставлю одну в ту сторону, да, то вообще красота. Вот, ну, не переборщить, совсем немножко, совсем чуть-чуть. В общем, я пока повклеиваю вот так кое-где, даже вот здесь, вот подальше, да, эти веточки лаванды.
Смотрите, какая нежнота, когда кое-где вот это вот видно. Сиреневенькая, красиво. Смотрите, как это все сочненько начинает выглядеть. Но он получился пузатенький. Здесь не хватает у нас листьев теперь. Как-то я делала венок, тоже мне сказали, ой, эти листья нет, этих цветов. Неважно, смотрите, разные листья, да, какие у вас есть, какие вам нравятся. Приклеиваете и все. Нашлась вот такая веточка, я ее сейчас тоже разрежу, распределю и кое-где приклею эти листочки. И вот такие веточки можно подклеивать снизу, поднимать цветочки и вот так вот сюда приклеивать. Если длинноватый, можно срезать, да. Но видно, длинноватый или нет, будет, когда опустим мы лепесточки, да, опускаем лепесточки. Если сильно торчит, то, конечно, длинноватый. Можно приклеивать вот туда вниз, пожалуйста, да, на венок. Тоже будет симпатично, почему бы и нет. Ну, а я решила попробовать вот два листочка вместе, пока отрезала. И вот сюда вот я смотрю, где здесь вот есть промежуток. Вставляю, вклеиваю сюда в нижнюю часть. И вот из-за цветка выглядывает, в принципе, достаточно приятно, прилично, не кричит. И так буду обклеивать по всему кругу. Где-то листочки чуть длиннее, где-то короче. Так, поднимаем, и я прям вот в эту щель стараюсь впихнуть, втыкнуть. И опускаю лепесточки. Получается достаточно приятно, симпатично. У меня таких листьев хватило на нижнюю часть, поэтому я беру другие. Вот смотрите, есть блеклые такие, да, есть более яркие. А так как я более яркими здесь обклеивала, дальше я начну этими обклеивать. А с внутренней стороны более вот такими вот сочными, нежными, блеклыми. То, что у вас другой формат теперь этих листьев, ничего страшного, это незаметно в венке. Вот, и даже придает такой оригинальности, да, посмотрите, как красиво получается. Мне очень нравится. В общем, собираю все, что у меня есть, что я нашла подходящего. У меня тут бардак на столе, не обращайте внимания. Получается вот так. И теперь с внутренней стороны я буду приклеивать очень осторожно. Если сильно приклеивать, то круг уменьшится. Видите, вот прям совсем там внутри ничего не останется. Поэтому раздвигаем цветочки и закрываем вот эту часть. Вот эту часть, да, внутреннюю. Прям вот между цветочками, там внутри, чтобы немножко только было видно. Если длинный, можно разрезать и прям малюсенький туда вставить, да, закрываем. Просто круг для сочности, для цвета клеим. Я развернула венок, чтобы было видно, вот видите, куда я их приклеила, между цветами вот туда. Закрывает эту часть вот венка, эти вот юные, да, и в то же время есть зелень здесь. В принципе, можно было уже ничего здесь не клеить. Но мне захотелось ставить вот такие вот легенькие, красивенькие цветочки. Вставлять буду их там, где вот больше яркости. Вот таким образом вклеивать. По чуть-чуть, чтобы они сильно не кричали. Вот смотрите, я имею в виду, чтобы они не возвышались над пионом, например, да, вот. Одной рукой очень удобно. В общем, раздвигаем и туда вот вклеиваем. Получается, вот здесь, да, и вот здесь вокруг вот такое обрамление легкое. И вот смотрите, вокруг каждого пиона я оставила такие нежные вот эти вот тоненькие веточки. Теперь беру тесьму вот такую, срезаю наискосок, складываю в складочки, вот так складываю в складочки. Приклеиваю каждую складочку между собой. Где-то по 12-15 сантиметров складочки. Это зависит от того, какой размер венка. Так, выравниваю все это, что получился у меня вот такой вот цветочек, типа цветочка. Теперь промазываю здесь и собираю в кучку. Можно стянуть ниткой. И здесь промазываю, собираю кучкой. Еще раз повторяю, не обожгите руки. Кто работает с горячим клеем, будьте предельно осторожны. И вклеиваю вот туда вверх. Вот сюда.
под цветы. Приклеиваю. Можно этого и не делать. Придаю просто венку такой народный, уютный стиль. Получился вот такой красавчик. И мне он очень-очень нравится. Не знаю, как вам. Смотрите, вот это вот сиреневое, видите, пункты. Как оно хорошо оттеняет. Просто красота. С этой стороны покажу. Вот без сиреневого как-то было бы скучновато. Жду, как всегда, ваших отзывов. Нравится или нет. Мне очень нравится. А такие венки, они очень дорогие. Где-то 60-80 евро бывают, да? Ну вот, собрала дома то, что было. Что-то такое поштучное. И сделала вот такую красоту. Теперь можно ставить вазу с яркими цветами рядом. И будет комплект. Или где-то в стороне ее поставить. Вот, чтобы оно гармонировало друг с другом, но не перебивало. Итак, с вами была Мила. Желаю вам всех самых наилучших благ. И всего самого хорошего. И здоровья, и счастья. Ну, в общем, всего-всего. Не буду перечислять. И заходите на мой канал Telegram. Там мы с девочками выставляем тоже всякие поделки, переделки свои, похвастушки. И я думаю, что вам тоже будет интересно. Да, ссылочку я оставлю в описании, как всегда, под видео. И жду вас тоже на Креативный дом. Приходите, люблю, целую. С вами была ваша Мила. Всем пока-пока.